Программу по сохранению, возрождению и развитию народно-художественных промыслов обсудили депутаты Законодательного собрания региона на Комитете по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. С 19 по 20 годы на поддержку отрасли было выделено около 100 миллионов рублей. Деньги в том числе пошли на премии мастерам предприятий народно-художественных промыслов. Областная поддержка отрасли будет оказана и в этом году.